Добрый день всем! Зима – такое удивительное волшебное время года. Она чудесным образом меняет мир вокруг нас, делая его неузнаваемо красивым. Она богата такими большими и любимыми праздниками, как Новый год, Рождество, Колядки, Крещение. И в каждом из них свои удивительные обряды и традиции. Именно поэтому зима и вдохновляет творческих людей на новые яркие произведения. Не являются исключением и наши кандинские авторы. Народный коллектив литературного объединения «Возрождение» подготовил к выпуску новый сборник стихов и прозы, посвященный этому прекрасному времени года. И назвали они его «У кандинской зимы свой кардебалет». Уже само название впечатляет и интригует. Это строки из стихотворения руководителя литературного объединения Татьяны Демидовой, уже ставшего песней, такой же веселый и позитивный. Сборник «У кандинской зимы свой кардебалет» включает в себя произведения 10 авторов. Некоторые из них уже очень хорошо знакомы кандинским читателям. Это Татьяна Демидова, Тамара Ананьина, Нина Сондыкова, Надежда Сысоева, Вера Валиева, Ирина Черезова. Но есть имена, которые станут открытием для любителей поэзии. Это Татьяна Жульдикова из Междуреченского и Галина Сапожникова из Лиственничного. Еще два автора вообще живут в Краснодарском крае, но любовь к своей малой родине пронесли через всю жизнь. Она вдохновляет их на написание стихов и прозы, и они с удовольствием предоставили свои произведения для этого сборника. Это Владимир Гущин, уроженец деревни Ямки, и Людмила Микушина, проживавшая в детстве и юности в Мортке, Леушах, Кандинском. Сборник получился ярким, красочным, интересным не только по своему оформлению, но и по содержанию. Знакомясь с ним, внимательный читатель обязательно заметит оригинальность и своеобразие каждого автора, потому что при отображении одинаковых тем они используют разные ритмы, стиль, изобразительные средства и настроения. Выражение чувств, мыслей, эмоций у каждого автора тоже разное. И именно это становится его притягательной изюминкой. С нетерпением ждем появления этого сборника и желаем всем приятной встречи с поэзией, удовольствия и радости от прочтения. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! С вами была культорганизатор Надежда Сысоева.